Xiaomi. Теперь и мышки. Игровые. С невероятной подсветкой и сенсором на 12000 DPI. Кажется, скоро в этом мире настанут дни, когда мы будем просыпаться в наших квартирах и осознавать, что вообще вся наша техника, она от Xiaomi. Да что там, эта компания, наверное, скоро и дома начнет нам строить. И жен в этих дома приводить. Роботизированных. Но пока давайте, наверное, ограничимся все-таки обзором мышки. Итак, что же из себя представляет Xiaomi Blasol Professional? Начать стоит с того, что перед вами мышка, на разработку которой собирали деньги всем миром. Ведь у Xiaomi есть своя краудфандинговая платформа, невероятно популярная в Китае. За недолгое время существования она уже дала путь в жизнь более 100 проектам. Blasol – один из них. Мышка асимметричная, подойдет исключительно для правшей, а также исключительно подхват ладонью. Обхватить ее по-другому не дадут скошенные основные клавиши, которые, ко всему прочему, находятся еще и под наклоном. У мышки также есть выемка под большой палец, впрочем, чувствует он там себя не совсем уверенно, и для его там нахождения нужно прилагать кое-какие усилия. По эргономике есть небольшие вопросы, но на самом деле после дня использования к мышке начинаешь привыкать, и чувство тревоги постепенно уходит. И вообще, эргономика, как бы странно это ни звучало, это последнее, о чем хочется говорить в случае с Blasol. 7 отдельных зон подсветки, и это скорее всего рекорд, вот умеет в Xiaomi удивлять. Первый продукт для компании именно такого рода, и они сходу делают очень серьезное заявление для конкурентов в стиле «А вы так умеете? А? Умеете? Догоняйте нас теперь!» Кроме шуток, это самая красивая мышка в мире в плане подсветки. Во-первых, она полноценная, RGB. Во-вторых, вся мышка – это одна сплошная яркая гирлянда. Что же у нее подсвечивается? Вся левая боковая прорезиненная часть. Такая же прорезиненная часть, но уже справа. Скролл. Крайне дурашливый и немного наляпистый логотип компании по центру мышки. Также у Blasol есть две зоны с углублениями, которые напоминают сопла истребителя. Находятся в основании гаджета, в его начале и конце. Вот такого механизма подсветки уж точно ни у кого нет. А главное, данное свечение проецируется и на вашу рабочую поверхность, тем самым немного подсвечивая и ее. И напоследок мышку решили как будто разрезать посередине и вмонтировать RGB подсветку еще и сюда. Пожалуй, именно эта часть является самой эффектной из всей семерки. И опять же, не найдемся, так вам сходу сказать, у кого еще есть нечто подобное. Как и заверяют Xiaomi, все зоны действительно разделены, а также являются полноценными и действительно поддерживают эти знаменитые 16 слишком миллионов цветов. И конечно же, каждую зону можно настроить отдельно, в том числе и задать ей определенный эффект мерцания. И в Blasol работают явно парни нескромные. По крайней мере, мы вот как-то не припомним, чтобы другие компании добавляли в название своих мышек слово «professional», а здесь оно, как вы помните, есть. Что же в ней такого профессионального? В первую очередь речь, наверное, о действительно крутом сенсоре на 12000 DPI. Отклик у мышки составляет 1 миллисекунду, а переключатели AMRON дадут возможность понажимать на них ровно 20 миллионов раз, а потом мышка развалится. Но самое главное, что такой набор действительно дает себя чувствовать невероятно уверенно в современных онлайн-играх. Какой бы игровой стиль вы ни предпочитали, как бы быстро вы ни елозили мышкой по коврику и какие резкие не были бы ваши движения, она считает их максимально точно. Тут мы опять же возвращаемся к сенсору, максимальная скорость слежения которого составляет 250 дюймов в секунду. Максимальная скорость считывания движений – это про нее. Будут ли использовать данную мышку профессиональные игроки, в силу особенностей корпуса, не думаю. Но для игрока обычного и его потребностей она вполне сгодится. Итак, что же в итоге у меня в руках? У меня в руках гаджет довольно необычный, гаджет очень яркий и гаджет не совсем удобный для пользователя. Мы также привыкли, что все гаджеты от Xiaomi, все гаджеты семейства Xiaomi, они довольно доступны по цене и дружелюбны к пользователю. А вот ценник Blasol, он все-таки немного кусается. Впрочем, в компании уже предприняли контрмеры и уже совсем скоро мир должна увидеть и так называемая Lite-версия модели. Одним словом, приходите к нам в магазин, будем тестировать все эти мышки вместе и точно подберем для вас что-нибудь подходящее и действительно стоящее своих денег.